Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Ниссан Жека Игорь, и добро пожаловать в новую серию Скорострелы Мунсру. Всем привет, дорогие друзья. Ставьте лайкуськи, если хотите продолжение, вы это прекрасно знаете. Набираем много лайков, я обещаю то, что сразу же выйдут скорострелы. Поэтому по сантре я предлагаю сразу же погнать. По местам. Погнали. Вот сразу, да, так да, сразу? Да, давай, уходи, уходи. Что у вас такого, Эдисон? Ну шо, по сантре, вы готовы? Да. Готов, Игорь, ты готов? Нет. Да. И готов, не готов. Ладно, мы подождем, проиграем, подождем. Мы все умрем. Ну ладно, готов, давай. Давай, давай. На счет три дергаем затворы. Поехали? Или не поехали? Давай. Поехали. Раз, два, три, спасатре, три. А, ну в смысле, ты ближе, крыша отсюда. Жека, ты опять дед пердун. Я просил тебя сделать нормальным. А, я забыл. Кто расставлял все оружие? Кто это сделал? Игорь, убей его, пожалуйста. Игорь, убей его, пожалуйста, он заберет снайперку. Он тебя убьет 10 раз, Игорь. А, снайперка, ё-моё. Точно. Забыл про неё. Игорь! Убьют! Эдисон, нас сейчас всех убьют! Ты дебил! Ты в прошлой серии брал снайперку, дай мне хотя бы в этой! Прошлой и позапрошлой! А, ну вот, позапрошлой не считается! Считается! Сволочь! Вот видишь, это ты все виноват! Да пофиг, главное, чтоб не тебе! Кто мне сундуки расставлял? Вы меня поставили прямо на самую высочайшую точку дерева. Я не могу достать. Игорь вообще дебил. Да не фига. Па-п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 а! Прекрасно! Ты у меня что-то своровал? Ты у меня своровал что-то? Я случайно крыл, сразу закрыл. Я, там ничего не было даже. Пацаны, мне опять вы все ничего не расставили. У меня ничего нет. Я просто в шоке. Что рассказываешь, Мася? Да что-то у меня там не так. Эдисон, я тебе все расставил, ну, просто да. Я свои сундуки хорошо замаскировал. Да, конечно. Ничего мне не расставил, патронов нет, нихрена. Как снайперка работает? Ладно, я потом разберусь. Хорошо. Капец, три патрона тебя потребовалось, понимаешь? Потребовалось очень много, я согласен. Вот это жертва ради смерти. Какой-то дорогой. Сволочь, дайте мне сундук найти! Эдисон, я застрял. Ты, конечно, большой молодец, Игорь. Пацаны, а как надеть... Знаешь, сколько патронов на тебя потратил? Даже не три, а много! А как надеть глушитель, там вот эту всю фигню? На букву М, на М, на М. На М? Что, хочешь быть незамеченно убивать всех? Незамеченно убивать. Да. Так, ну, опа, опа, молодец. Да твою мать, у меня не было патронов почему-то. Мне не расставили сундуки. У вас сволочи, конечно. У меня большие проблемы. Я. Как вот снайперка, чтоб не так близко прибежала, можно сделать? Ну вот все, у тебя сейчас патроны кончатся, и ты просто будешь ходить как мишень. Как ты не умер, а? Вот я стрельнул первый, должен... Это как дуэли, понимаешь? Дуэль. Да сволочь! Дуэль. Эдисон, я вообще-то тут целю со снайперки, пытаюсь разобраться, как стрелять. Бывает, Игорь. Да блин, ты не сраный бессмертный тип! Сраный бессмертный тип. Заколебал быть сраным бессмертным. Типом. А почему ты такой сраный и бессмертный, Игорь, не могу понять. Тип. Ты забыл про тип. Ты за... Кто меня убил? Признавайся. А, не знаю, не скажу. Не скажу. Ни в кого. Кто тебя убил, ни в кого. Да что это? Он... Это спаун килл. Я все, я давай, уходи отсюда. Я заколебал! Да дай мне уйти отсюда! Что это за прикол? Ну ты же кайжол пошли, конечно, честно тебе скажу. Я просто после каждого... Да ты задрал! Ты можешь успокоиться, пожалуйста? Я спрыгнул на голову, у меня патронов не было! Собак! Ах ты жопа такая!
это типа месяц. Да, видишь, ты не перезаряжал. Да мне без разницы, что ты там делал. Вообще просто без... DC лидерборд. Так, лидирует... Лидирует у нас Happy Life 12 киллов. Ай! Лагает, лагает! Прекрасно. Да. Ай, еще и сзади! Бессмертие, ах, просто шпичка. Бессмертие. Бессмертие у Евгения. Да блин, лагает! Лагает, лагает. Лагает! Твою мать, не убивайте меня, как только я резнулся! Пожалуйста! Ааа, так! Давай, давай, давай. Да твою мать! Подонок! Подонок, Игорь, подонок! Да собака! Ну хорошо, 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 хорошо. Ладно, Игорь, ладно, ничего страшного. Тебе это сейчас вспомнится, так же, как и Жеке. Ты заколебал. Здорово, Игорь. А я нет. Я тебя выследил. Я тебя выследил, да. Да тварь! Ну ты тварина, конечно, Игорь. Так, извините, хорошо, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Последние патроны, последние, ёпты, патроны, пацаны. Когда у вас патроны кончатся, пацаны, давайте вот признавайтесь по-честному, сколько у кого у меня приблизительно 10. Вот почему ты не умер, а я умер. Да почему я попал? Да, я, ты тоже по-честному попал? Терминатор просто. Терминатор, да. Почему-то оно как-то не стреляет иногда дробовик, его надо перезаряжать. А зачем нам его перезаряжать, если он... Потому что это помповый дробовик, дебил. Помповый? А можно мне обычный? Обычный нет. Воу-воу-воу, снайперка, вы только посмотрите! Па-па-па-па, снайпер какой, смотрите на него! Расстрелялась, расстрелялась как! Нормалёк, нормалёк, пацаны! Вот сейчас ты меня с одного убил, а я тебя не с одного. Па-па, Игорь делает, па-па, сидит где-то и па-па! Па-па, я знаю, па-па! Па-па сидит! Попал. Опа. Игорь пошел в сраку, Игорь. Пошел в сраку, понимаешь? Пошел в сраку. Да как? У него читы, я уверен. Да. Волхаки просто. Конечно. Хаки. Хаки, волхаки. Я тебя убил, Эдисон? Да. Нет. Нет. Да. Вообще, конечно. Убил он меня. Убил, Игорь. Его сейчас ты меня убил, да? Сколько у тебя там еще патронов есть? 3. У меня 3 патрона. Ладно. 1. Последний патрон остался, Игорь! Пам-пам-пам-пам-пам. Я не... Твою мать, почему я все промахнулся? Ты по мне вообще ни разу не попал. Да, я понял. Снайпер, смотрите на этого снайпера. Закемперил. Да твою мать, сдохни! А, минус 2, просто ворвался. Ворвался просто. Он там, Эдисон, он там. Я знаю. Да забирай, сколько у тебя патронов, я не понимаю, как с этой снайперки. Да как? Да потому что ты кривожопый, Игорь. А, все, у меня патронов уже нет. У меня тут снайперка целая еще, пацаны. Ну не целая, у тебя там еще патронов 5 где-то осталось. У меня еще один магазин есть. Твою мать, сноузума! Ноузума. Ноузум. У тебя дробаш еще есть, Жека! Да, один патрон остался, и я как раз его попал. 2 патрона уже тогда было. Ну 2, было, да, было 2. Да, я выстрел стал. Ну, Игорь, и жопа, конечно. Ой, мать, это ты меня спалил, я спалил! Я так незаметно подойти просто. Это я вообще-то тебя убил, сзади. Это ты меня убил? Это я убил. Проблема у меня есть. У Игоря 29 смертей, Игорь! А сколько надо?
Ай-яй-яй-яй. Плохо. Почему? Нет, они должны, не должны быть, они же были! Да! Да, они были, я не подзарядился. Ты мать, дебил. На, Эдисон! Эдисон, мри! Да! Сколько у меня там уже смертей? У тебя уже 30 смертей. Да! Надо догнать Джеку, три смерти, давай. Три смерти. Ну ты проиграл, но Джеку... Джеку еще можно убить три раза. Ладно, хорошо, я уже проиграл, собственно, всем пока. А-а-а! Так, у меня два патрона, я должен тебя имя убить, понял? Да. Иди сюда. Твою мать, я просрал, у тебя... Ну ты... Игорь, иди сюда, Игорь! Я пошутил! Так как? Говорит, два патрона у него! Нет! Я убил Игоря! Так, давайте купаются! Смотрите, купаются! Опа! Эдисон делает, но мне кажется, Эдисон служил. Да. Оказывается, еще была одна обойма, ребята. У него еще одна обойма! Ну ты сволочь, конечно, Жека. А вообще-то как бы уже я уже проиграл. Давайте это, все, харе, успокойтесь. Ну что, на этом мы будем уже прощаться, пацантре. Игорь проиграл в этой серии. Давайте мы ему похлопаемся дружно. Давайте мы похлопаем, ура! Хлопает, понятно? Ау! Подождите, а вы ставьте лайкусики, если хотите продолжения, да, Игорь? Чем больше лайков, тем круче. Согласны. Ставь лайк, подписывайся на канал, подписывайся на Инстаграм. Пока. И любви вам. И счастья. Счастья, любви, здравия, и ты пьешь, как мы найдем. Все, пока.